Доброе утро, дорогие! Очень люблю я начинать день с вручения приятных каких-то подарков. Вот именно этим мы сейчас и займемся с нашими утренними гостями, потому что сегодня в нашем эфире снова розыгрыш автомобиля Chevrolet Cruze. И сейчас клиенты розничного бренда Урал-ФД «Клюква», конечно же, должны просто прильнуть к экранам, волноваться, потирать руки и надеяться на то, что удача будет на их стороне. Ну а все подробности сегодняшнего события я надеюсь узнать из уст наших утренних гостей. Я приветствую в этой студии начальника управления по развитию розничного бизнеса банка Урал-ФД Дмитрия Поначевного. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. И я приветствую пермского блогера, давнего клиента «Клюквы» Марию Хусаинову. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Ну что же, я, наверное, в нескольких словах напомню сейчас о том, какое событие происходило в течение нескольких месяцев. С 15 августа по 15 ноября в Перми и пяти городах края «Клюква» проводила акцию «Заведи вклад, выиграй автомобиль». Я правильно все сообщаю, да? Ну и в ней принимали участие клиенты банка, которые оформили в указанный период один из трех вкладов «Клюквы». Тоже не наврала. Абсолютно верно. И, конечно же, непременным условием получения приза было то, что вклад должен быть действующим на момент розыгрыша. Так что же произошло, Дмитрий? Почему мы сегодня снова даем шанс, надежду вашим вкладчикам? Несколько дней назад мы проводили розыгрыш в этой студии в прямом эфире. Нам помогала Мария. Из этого барабана мы достали купон с именем и отчеством нашего вкладчика, нашего клиента. Но, к сожалению, после эфира мы проверяли наличие вклада у клиента, соблюдение правил проведения акции. И, к сожалению, наш вкладчик за день до проведения розыгрыша забрал вклад. Как опрометчиво, ему не повезло. Безусловно. Поэтому сегодня мы даем второй шанс нашим клиентам, действительно нашим вкладчикам, выиграть этот автомобиль. Да, Мария, вы сегодня будете рукой судьбы, счастливой для кого-то, без сомнения. Именно с вашей легкой руки кто-то из вкладчиков отправится на автомобиле Chevrolet Cruze, тоже, по-моему, я это правильно называю все, да, Дмитрий? И сейчас я попрошу вас достать купон из этого барабана. Да, конечно. Вы чувствуете свою ответственность, да? Да, я чувствую ответственность, волнение. Надеюсь, что на этот раз автомобиль достанется законному владельцу. Маша, мы верим в вас. Да, что вы пересилите волнение, и вот сейчас этот миг счастливый для кого-то. Да, еще несколько секунд. И вот здесь, наверное, должны быть такие овации, фанфары. Но я их не буду изображать. Я всего лишь поздравлю Сергея Борисовича с тем... Так, телефон заканчивается на 4420. Вот именно ваш номер написан на этом купоне. Сергей Борисович, телефон заканчивается на 4420. Именно вас, уважаемые, мы поздравляем с тем, что вы будете рулить новым автомобилем. И сейчас Дмитрий расскажет, как вы, если вдруг Сергей Борисович не смотрит нашу программу, я вам вручаю этот купон, пожалуйста, сохраните его как святыню, как вы известите вкладчика, как вообще вы его поздравите, что будет дальше происходить? Мы поздравляем Сергея Борисовича с выигранным призом. После эфира наши специалисты свяжутся с Сергеем Борисовичем и договорятся о времени и месте получения приза. Ну а все остальные вкладчики, наши клиенты не расстраиваются, скоро Новый год, много сюрпризов, много подарков. За информацией можно следить на сайте или в новом журнале, новогоднем журнале «Клюква Лайф». Да, там все подробности о том, в чем еще можно принять участие. Безусловно, скоро Новый год. Всех ожидают сюрпризы. Да, и подарки. Хорошее время. Вам тоже желаем и сюрпризов, и подарков праздничных, настоящих. Хорошего дня. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам, Мария. Ну и вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня в нашем эфире мы разыграли автомобиль для, точнее, среди клиентов розничного бренда банка Урал-ФД «Клюква». И я надеюсь, что вот этот вот отсвет счастья, которое сегодня свалилось на одного из наших телезрителей, окажется и на вашем сегодняшнем дне. Удачи вам!